Если он тебе это сказал, братья, извините, но мы должны верить всему, что он сказал. Аминь. Это вот эта вера его словам. Виктор Бортник часто приводит этот пример про Давида, когда он оказался в Сикалаке. Помните, что написано там произошло? Все, пришли больше. А я читал, сколько же воинов пришло? Больше 2000. А у Давида, знаете, сколько было? 400 человек. И 2000 на 400, это почти на одного, два человека. Надо воевать с двумя воинами. И что делать? Они уставшие были. И написано, столько плакали, что не стало у них что? И вы думаете, вот после такого плача, вопля, они бы выиграли? Да ни за что. Но написано, а Давид укрепился упованием на Господа. Это меня заело очень сильно. А как это укрепился упованием? А как это практически? И вы знаете, Дух Святой не сказал, а он имел откровение. Ему пришел пророк Гад или пророк другой Нафан и сказал, так говорит Господь Бог Саваоф, я поставлю тебя царем, и из твоих чрез произойдет царь.